Друзья, всем доброго времени суток, добро пожаловать на канал С завода, меня зовут Дима, и мы продолжаем с вами проходить дополнение к игре Метро Исход, история Сэма. Так, нам лодка должна была подъехать, она вон уже проблемы, подъехала. Проблема. Не открывается. А, мы сейчас ее сломаем. Все, теперь откроется. Проблем нет. Проблем никаких нет. Для меня это расплюнуть. И не такое видели в Москве. Поплыли. Скажи, что это за люди были? Это те самые бандиты, про которых я тебе рассказывал. Явились поживиться нашим добром. Но с этим у них облом вышел. Тут, конечно, надо отдать Тому должное. Оборону мерзавец организовал крепкую. Эти голодранцы в поселок уже давно не суются. Пару лет назад в последний раз попробовали. Клим их так проучил. Они даже трупы из петель вынимать боялись, хотя их по всему городу грозди висели. Ну вот, в поселок не сунешься, деваться им некуда. Занялись промыслом. Ловят мутантов в прозвальном. Ну, зверолюдей этих. Они тупые и злобные, но крепкие. Повозки таскать, баржи тянуть, приводы крутить вполне подходят. Ну и жрут немного, так что выходит выгоднее, чем горючее жечь. Вот бандиты этих уродов ловят, приручают немного, а потом оптовикам сдают. Те пару раз в месяц с юга приходят. Расплачиваются оружием, боеприпасами, рисом. В общем, все, что нужно для жизни на природе. В поселок тоже заходят. Берут в основном генераторы восстановленные, моторы, другую технику. Наши механики все-таки золотые руки. А, ну и рыбу еще вяленую. Такова вот экономическая жизнь региона. А чего эти ловцы по нам стреляли? У них весь город на участки поделен. Долго разборки шли, так что теперь по всем, кто без опознавательных знаков, они сразу стреляют. Понятно. Держатся за хлебные места. Точно. Ну все, Сэм, приехали. Швартуемся и идем, покажу тебе свою резервную базу. Cool. Так что, расскажешь, что там Том предлагает? А чё лодка-то дергается? В общем, предлагает оставить тебе поселок и всех, кто не захочет идти с ним. Как щедро. А чего он хочет? Хочет, чтобы ты достал топливо для лодки. Заходи, Сэм. Не волнуйся, лифт работает отлично. Мы давно с ребятами эту базу готовили. На крыше дизель стоит. Лестница у нас вариант на крайний случай. На нижних этажах полно уродов. Так что лифт — это не роскошь. Главное, чтобы генератор работал. Ну да, а то значит, вниз полетим. Не поймали. Обидно будет. Не смогли у них ничего выпытать. Каких ребят? Когда с Томом стало все ясно, мы с товарищами решили заправить лодку и увезти ее из поселка. Понятно, всю команду не посвящали. Знали только Сансеич, старпом мой, да минер с химиком, Саша Второй и Володя. Они вышли на разведку, 2 недели были на связи, топливо нашли, операцию назначили на ночь, договорились, что я их подберу на месте. Но там вместо них меня ждали люди Клима. Еле ушел. Думаешь, их схватили? Не знаю. Может быть и нет, но совпадение, согласись, странное. Да. Чё-то как-то мрачновато. На базе твоей. Так, приехали. Заходи, Сэм. О, свет есть. Это хорошо. Койки даже есть. Ну, Сэм, добро пожаловать. Располагайся, отдохни. Все равно на улице буря. Так, а чё, как я отдохнуть-то могу? Как я могу полезно провести свое время? Это не работает еще, да? Но зажечь могу. И чё делать? Давай тебе... А, вой, я могу сесть. Садимся. Скажи, Сэм,
Какой тебе интерес связываться со всем этим? Я домой хочу попасть, а только и всего. Том обещал подбросить. До того, как начнет новую ядерную войну. Или после? Сэм, это страшное оружие. Оружие, которое было доверено мне, чтобы защищать Родину. Не для того, чтобы с его помощью пиратствовать или пусть даже устраивать Царство Божие на Земле. Понимаешь? Я не использовал его в войну, так какое же право кто-либо имеет использовать его сейчас? Когда эта война нас всех чуть не прикончила. Том разумный человек. Не думаю, что он на это пойдет. Том, прежде всего, бизнесмен. И цели добьется любым способом. Неужели непонятно, что обещание оставить здесь всех, кто не захочет с ним идти, угроза? Как думаешь, что с ними произойдет, если я не заправлю лодку? По-моему, ты сгущаешь краски, Эд. Давай я его сейчас вызову, и ты с ним все обсудишь. Ну, давай. Том, это Сэм. Капитан согласен поговорить. Перфект. Эдуард, не буду ходить вокруг да около. Мне нужно топливо. А ты хочешь вернуть себе поселок, своих людей и власть. Я готов отдать тебе все это. Как только реакторы будут заправлены, мы выйдем в море, и вы нас больше не увидите. Ты не веришь, что я не воспользуюсь ракетами, но я даю тебе слово. А ты знаешь, что слово я не нарушу. Ну, пока не нарушал, если не придираться к мелочам. Допустим, даже я поверю тебе, но Климу никогда. Он тебе не сказал, что вольные бандиты работают на него? С чего ты так решил? Доказательств нет, но мои друзья пропали без вести. Клим ничего про них не говорил? Сказал, что ищет. Мне давно уже были на его счет подозрения, и теперь они начинают оформляться. Боливару не снести двоих. Когда топливо будет здесь, вопрос с Климом будет закрыт. Какие еще условия? Больше никаких. Значит, по рукам? По рукам. Я знаю, что еще пожалею об этом, но я согласен. Не пожалеешь. Договор есть договор, Эдуард. Скоро увидимся. Спасибо, что поверил ему. Сэм, я ему не верю. Ни на секунду, что бы он там ни говорил. Не верю. Но... Но у тебя нет выбора. Именно. Выбора у меня действительно нет. Ого, вот это гроза. А, черт. Генератор опять вырубился. Идем посмотрим. Куда идти-то? Пойдем. Короче, тут полнейшая Санта-Барбара начинается. Че, не можешь идти? Давай я сам сгоняю. А, черт! Прежде чем идти, сначала надо колено вправить, а то опухает уже. Конечно, это у тебя пейнкиллерс есть? Вообще я не пью, но у меня тут ящик молотовых. Смесь самогона с рыбьим жиром должно помочь. Хотя, конечно, еще б закуску какую-нибудь организовать. Вот. Вот это да. Теперь живем. Ну, откладывать теперь уже смысла нет. Твое здоровье. Да, неплохо. Ой, как прихлёбывает-то. Да, ты тоже подкрепись. Ты уверен? Еще бы, пей. И давай еще раз. Disgusting. Так, будем приступать. Тяни. Держись крепче. Тяну, тяну, тяну. Ah!
что-то не вышло, а? Дай передохнуть немного. Я нажимал на кнопку. Передохнуть это еще раз. Дербануть по одной. И себе тоже достань. Да, сейчас Cheers. Я чувствую, мы накидаемся. Awful. Ну, тащи. Давай. Как следует тащи. Да все, то сейчас Ладно, буду. Тащу. Черт, о. Ужас, как больно. А представляю, со второго раза. Спасибо за ногу. Уже не болит почти. Твое здоровье. О, то сходу. Обмыть надо, Cheers. Да? Cheers. Cheers. Знаешь? О, заколбасится. Отдохнем. Not bad, not bad. Идем посмотрим, что там с генератором. Ты уверен? Лишь бы сейчас не было. К нам старпом орет. Где магнитофон мой, ироды? Да, думаю, все теперь. Включай сам. Че, оказалось не все. Да, больной ногой, давай. А? Слышь, что там? Че, радио? Музыка? Вот была бы у нас музыка. Вот это мысль. Эй, Ю, вот там. Да? Музыку организовали. Вот теперь точно все. Включайся. Now we are talking. Починил. Да будет свет. Куда? Эд! Кстати, Сэм, а про себя рассказать не хочешь? Ты уверен? Давай, Сэм, жги! Могу, why not? И когда полковника похоронили, я понял, что мне пора. Я знал, что Дэд... он ждет. Спасибо, что рассказал, Сэм. Положение у нас тогда было совсем аховое. Пришлось согласиться. И вот этот вот гад хочет весь мир спасти? Он станет пиратом с ядерными ракетами. Понимаешь? Не знаю. Но вряд ли прямо пиратом, он же идейный. И-ха! I'm king of the world! О, хорошо. Вот что, Сэм. Отличный ты парень. Не знаю. Это он все же не псих. Да, понимаю. А, черт с ним. Давай еще выпьем. Давай, давай, пей. Блин, вот это не развлекается. Вот что, Сэм. Отличный ты парень. Но не хватает тебе уважения к нашим. Да, вот ты... Вот ты чего не пьешь? Эй, Эд! Я здесь! Ты здесь? И там тоже. Странно. Надо выпить. О, хорошо пошло. Not bad, not bad. Ура! Вот это мысль.
Вот это совсем другое дело. А, пылюка. Представляю сейчас, как кошмарить будет. После того, когда проснуться. Вот начинается. Чё орёшь? Эд, я ослеп! Мы что пили вчера? Да не ослеп ты, а мордой вниз спишь, и хватит так орать! О, голова раскалывается! Эд! Так, а почему я на твоём месте лежу? На месте капитана. О, кошмар! Но оттягивает. На, полечись. Легче станет немного. Ну, если легче. Да, конечно, легче. Сейчас на второй круг пойду. Вот хорошо. Пока ты приходишь в себя, давай вернемся к вчерашнему разговору. Топливо тут действительно есть, и даже недалеко, в подземной базе субмарин. Туннели частично затоплены, но до цели добраться можно, а вход через здание штаба флота. Только радиация там сумасшедшая, и без защитного костюма лично я туда не сунусь. Вот в этом здании была пожарная часть, и костюмы на случай аварий на объектах у них точно были. Сейчас там бандиты обосновались, так что прогулка должна получиться веселая. Ты как, справишься? Окей. Мне нужно немного проветриться, так что схожу за костюмами. Спасибо, Сэм. Я тут пока тоже подготовлю все. Спускаться лучше по лестнице. Дверь вон там внутри. Да, чуть не забыл. Как будешь спускаться, заряди, пожалуйста, ловушки. А то мутанты и сюда захаживают. Постараюсь, Эд. Коктейль у меня последний остался, забирай. Там на нижних этажах много бандитов-неудачников лежит. У них должны быть материалы. Так, все, можно идти, да? Как он сказал, на обратном пути надо зарядить ловушки, не забыть. Тут темно, сейчас сразу подзарядим фонарик. И будем искать ловушки. А что, дверь закрыта? Не понял. Тут же обход есть. Я сюда не могу запрыгнуть. Разработчики не позволяют. Ну ладно. Так, а как мне ориентироваться на... на ловушке. Под датчику получается, скорее всего, да? Ну, вы мне дайте для примера хоть одну. Как она выглядит. Так, вот стол. Стол это хорошо. Сейчас сразу быстро сделаем, что нам нужно. Вот дробовичок нужен точно. И гранат. Так, теперь почистить. Починить, модифицировать. Угу, все стоит, все что надо, все стоит. Так, и куда идти? Сюда что ли? Ну да, в эту дырку. Она была заколочена, а сейчас она открыта получается. А нет, я отсюда пришел. Не понял. А куда идти-то? Если эта дверь закрыта. Заперта и ключа нет. Что? Чё, сейчас надо... Где ключ? Он не дал ключа никакого. Может сюда вниз? Да, вот вниз надо. Так, это ловушка? Нет, это не ловушка.
Так, это тоже не ловушка. Как она выглядит вообще? Какие-то обозначения есть? Так, тут с той стороны заперто. I could use this. Но пора вас перебить. Перебить. Не перепить, а перебить. Так, пианино не интересует. Да блин, как эти ловушки-то выглядят? Ноты я заберу. Я не знаю, зачем они, но их я собираю. Уже две есть. Тук-тук. Дробовичок решает. Прям знатно. Убойная сила. И чё? Ну, я перешел на ту сторону. Ловушка. А-а-а, вот они как выглядят. Это Сэм. Одну ловушку зарядил. Сколько? Это я одну, получается, пропустил. Надо возвращаться, да, быстро? Просто нужно смотреть на стены. Уже пропустил. Ой, я случайно. Я случайно. Может, тут? Not bad. Not bad, нет. По идее, если это два, значит где-то и один. Вот она один. Все. Ага, вторая есть, осталось три. Возвращаемся мы. Ко второй. И продолжаем наш путь. Так, вот она вторая, мне, скорее всего, надо вниз. Ну да.